Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Евгений Корякин. Сегодня наша тема — история модернизации правовых систем. Краткий очерк, так сказать, заменяю выбывшего нашего коллегу. Как обычно, я вкратце, значит, остановлюсь на тезисах, которые сквозной линией через наши лекции по юриспруденции в МУСе проходят, ну, в общем, являются общим местом. В первую очередь, это, конечно, то, что существует экономический детерминизм. Юриспруденция следует вслед за экономикой со времен создания государства. Это соседство юридических норм и мононорм, то есть синтез обычая, религиозных предписаний и кодифицированного права. Ну и это эволюция права с течением времени, то есть то, что было время, когда, так сказать, права не было. На государственном этапе развития общества право создается, и, соответственно, со временем, с исчезновением государственного этапа, тоже право исчезнет. Собственно говоря, изначально на догосударственном этапе общество управляется религиозными нормами и нормами обычая. Затем с созданием государства право кодифицируется. Впервые кодифицированное право появляется в Древнем Риме. И очевидно, что управление государством требовало отделения норм обычая от норм закона для унификации. То есть обычаи у всех разные, и они могут противоречить друг другу в разных регионах. С увеличением количества населения, с образованием государственного аппарата и территории, которая этому аппарату подчиняется, необходима унификация. Это главная задача создания кодифицированного права. Какого права еще раз? Кодифицированного. Да, то есть, чтобы общество управлялось не разными нормами, которые на разных территориях, религиозные предписания и предписания обычаи различны, а управлялось общими некими нормами, которые обеспечивают единство управления. Ну и в общем и целом эта задача была решена примерно к правлению Гая Юлия Цезаря, созданием ряда ключевых законов, которые в юридической науке описываются термином кодекса Цезаря. И затем встала другая проблема. Это, так сказать, так называемое различие цивильного и претарианского права. То есть, условно говоря, административные чиновники на местах, преторы, да, и народное собрание, или позднее сенат, они издавали указания, которые противоречили друг другу. То есть претор в одной провинции одно говорит, мне 90% налогов, а сенату, значит, и центральной власти 10%. Сенат наоборот, так сказать, 90% нам, преторам 10%. В общем, все друг другу противоречит. И примерно при Элии Публии Адриане, при императоре, создаются кодексы, которые объединяют цивильное и преторское право и обеспечивают непротиворечие еще в отсутствии теории разделения властей на исполнительную, законодательную и судебную, обеспечивают непротиворечие эдиктов сената и эдиктов преторов, то есть объединяют систему, условно говоря, права исполнительной власти и права законодательной власти, когда еще на теоретическом уровне это разделение не оформлено, в единую систему. Это так называемая реформа Адриана. Ну и, естественно, после возникновения определенного института правового на определенной территории, в соответствии с социальными законами, лучшие практики распространяются постепенно на планете. И, естественно, при этом распространении существуют различные аспекты, торможения, искажения и так далее. В частности, с распадом Римской империи на западную и восточную, кодификация, ее судьба были различны на территории Западной и Восточной Римской империи.
Значит, на территории Восточной Римской империи Юстиниан в VI веке создал так называемую новую кодификацию, то есть к тому времени, как он стал императором, накопилось огромное количество, сотни томов различных предписаний разных государственных органов, и, естественно, ни суды, ни органы власти не могли как следует этим пользоваться, потому что объем был слишком велик. Это проблема, которая сопровождает любую юридическую систему, что примерно за 100-150 лет накапливается такое количество взаимопротиворечащих мнений, предписаний и актов, что суды и чиновники не могут просто справиться с таким количеством, не могут их грамотно применять. Соответственно, стал вопрос реформы. И Юстиниан создал комиссию, группу из 10 человек, 7 чиновников и 3 профессора права, подчинявшиеся помощнику императору Требониану. Они по его указанию занялись переформатированием всего законодательства. И комиссии этой были предоставлены широкие полномочия делать сокращения, выбрасывать все ненужное, исправлять тексты, уточнять, изменять, дополнять, соединять несколько статей в одну и так далее. Почему так было сделано? Почему одна комиссия из 10 человек занималась реформой всего законодательства империи? Очень просто. Если бы Юстиниан пытался реформировать отдельные отрасли права, то ничего бы не вышло. То есть положения одних законов начали противоречить другим положениям других законов. И система бы просто не работала. Это действительно очень важно. И это очень часто упускается при глобальных реформах, так сказать, правовых систем отдельных государств, что как бы хорошо не было реформировано законодательство в отдельной отрасли, оно все равно будет противоречить нормам закон других отраслей, если они, в свою очередь, тоже не реформируются. И с юридической точки зрения вот этот путь систематизации и модернизации через глобальные изменения и упрощения одновременные, потому что, естественно, отменяли все недействующие нормы, дублирующиеся и так далее, с юридической точки зрения дало преимущество над западноевропейскими средневековыми монархиями. Напомню, что Византия была сильнейшим государством средневековья, где сохранились лишь элементы римской правовой культуры и законодательства, которые соседствовали с теми самыми мононормами, о которых я не раз говорил. То есть для населения в западноевропейских монархиях, то есть на территории Западной Римской империи, позднее варварских королевств, создавали специальные сборники права с элементами римского, наибольшую известность которых получил Lex Romana Visigothorum, когда составлен в начале VI века. Сборники эти репродуцировались и сначала, так сказать, до XI века просто перепечатывались, затем с разными изменениями действовали вплоть до создания Гражданского кодекса Наполеона. Они оказали существенное влияние на становление феодального права в том смысле, что изначально они не ставили задачу создания отдельной кодификации, которая была бы независима от норм обычая и от религиозных предписаний. Таким образом, сами себе замедлили развитие. Ну и, собственно говоря, то, что не делается при одном правителе, нужно все равно делать при другом. Поэтому сходную с Юстинианом задачу, борясь как раз с полуфеодальным варварским правом, замешанным на обычаях, применил при создании своего знаменитого гражданского кодекса Наполеон Бонапарт. И он с точки зрения юридической техники действовал совершенно сходным образом. Была создана комиссия по разработке законодательства, ее составили 4 человека, судьи, причем следует отметить, что двое из них ранее работали адвокатами, а двое министрами по делам культов. И, соответственно, кодекс стал первым и основным документом европейской ранее буржуазной эпохи, являясь образцом для правовых систем континентальных европейских стран. Ну, известно, что с поправками он действует во Франции и до настоящего времени.
Поэтому, кроме того, что кодификация необходима во всех отраслях права, также мы вот на этих примерах наблюдаем, что следует понимать, что ни одна из ветвей власти не может взять на себя ответственность за реформу законодательства, как в своей сфере, так и вообще. Поэтому необходимо создание отдельного органа, который бы занимался реформой законодательства в целом. Ведь потому что движение властных предписаний всегда идет от общего к частному. То есть одно ведомство не может существовать по закону в полуархаичном обществе, так как оно будет всегда мириться с существованием предписаний соседствующих органов. И в этом контексте вот на основании этих примеров мы можем, так сказать, сделать параллель с реформой законодательства в новейшей российской истории. Ну, прежде всего, мы знаем, что ни в Российской империи, ни в советское время, строго говоря, вот такой гражданской кодификации права не получило. То есть в Российской империи свод законодательства Российской империи был оформлен только к 19 веку Сперанским. До этого какие-то базовые права, например, право собственности, не были закреплены в полной мере. Ну и даже к концу империи они функционировали с оговорками. Ну а что касается советского времени, то, собственно, страна руководствовалась не гражданским правом, строго говоря, а нормативными инструкциями отраслевых министерств и ведомств. И, в общем-то, с правовой точки зрения, опять же, страна столкнулась с тем же, с чем Рим времен преторского права. То есть одни инструкции противоречили другим, третьи были неисполнимы, и это парализовывало работу народного хозяйства в известной мере. Несмотря на централизацию, все мы помним, например, героя фильма «Белорусский вокзал» бухгалтера, который говорит, что говорят, что больше самостоятельности, а как я ее буду проявлять, если завтра меня же по шее, так сказать. И отказывается выполнять требования своего директора, который требует заверить ему его собственные распоряжения. Но надо сказать, что после краха Советского Союза штаб, так сказать, профессоров правовых, выпистыванный в недрах Института государства и права имени Вышинского Академии наук СССР, был, конечно, не совсем готов к модернизации законодательства. То есть, что было сделано? Фактически, в разных отраслях права были калькированы кодексы и законы различных европейских государств. Ну, в общем-то, восходящих, как правило, к тому самому кодексу Наполеона. При этом главной проблемой, известно, да, что у нас законодательство опирается на романо-германскую, так называемую, систему, а не на англосаксонскую. Ну, то есть, в узком смысле это значит, что основой законодательства являются кодексы, а не судебный прецедент. Поэтому в данном случае мы разговариваем именно про кодифицированное право. Так вот, главной проблемой стало то, что никто, ну, на мой взгляд, да, никто из правоприменителей, то есть органов исполнительной власти, судов, парламента, не знал, что те или иные калькированные нормы означают на практике. То есть, там гражданский кодекс переписали, но что значит то или иное понятие правовое? Ну, самый яркий пример – это конституционные нормы о правах человека, да? Они воспринимались и воспринимаются всеми правоприменителями в контексте «все смеялись и смеются до сих пор». Они не воспринимаются. Их конкретный смысл, этих правовых норм, он совершенно ускользает от правоприменителей, да, в общем-то, и от населения. Ведь, по сути говоря, при модернизациях права, ну, которые в данном случае у нас тоже реализовывалось, мы рассматривали к нами примерах Цезаря, Адриана, Юстиниана, Наполеона. Кроме сокращения права в объеме, решалось оно, а естественно, эта задача была решена, потому что большая часть советских нормативных инструкций, ну, за редкими исключениями каких-то отраслевых норм, вроде законодательства о векселях или технических норм, вроде ГОСТов, была отменена. Так вот, кроме сокращения права в объеме,
решалась прежде всего задача того, чтобы нормы были понятны и прозрачны для всех, и правоприменительны, и населения. То есть нормы при глобальных реформах приводились в соответствие с тем, как к тому или иному нормативному регламенту или образу правоприменения относится на текущий момент правоприменитель или население, так, чтобы это было понятно и было соответствующе современным экономическим реалиям, современным реформе, я имею в виду. В нашем же случае нормы при непонимании их смысла используются скорее как инструмент при оправдании того или иного действия. То есть документ наделяется сакральной силой, там, условно говоря, если Иван Иванович написал что-то на бумажке и на закон сослался, то все встали на четвереньки, так сказать, и разошлись. И, по сути говоря, говорить о том, что правоприменение носит кодифицированный характер, в России нельзя. То есть, учитывая то, что целенаправленно после того, как реформы, в общем, были окончены, где-то к концу 90-х работа по переформатированию законодательства в общем и целом завершилась, ну, за исключением каких-то отдельных эпизодов, вроде того, что перед тем, как вступили в ВТО, там приняли, там, скажем, четвертую часть Гражданского кодекса, посвященную интеллектуальной собственности. После этого уже точно никакой работы по обновлению, модернизации тех понятий, которые совершенно, так сказать, чужды правоприменителям и населению, не велось. В общем и целом, эта неудачная реформа завершилась и продолжила накапливаться так называемый негативный юридический материал. То есть все то, с чем, собственно, призвано бороться. То есть огромное количество судебных решений, которые выносятся на основании непонятно совершенно чего. Опять же, из-за хаоса в голове у правоприменителей. Я напомню, что в год в России судится 10 миллионов человек. То есть, по сути говоря, 7-8% населения. И в этом контексте, например, в контексте судов, суды, естественно, выполняют не роль арбитра, не роль, собственно, судопроизводства, а роль снижения социальной напряженности. То есть предполагается и постулируется, что благодаря нормам процессуального судебного права, когда суд может растянуться на 5, на 10 лет, если возникает определенная социальная проблема, человеку говорят, идите в суд, он в течение 10 лет судится, тратит на это все свои силы, проблема не решается, но зато его энергия, которую он мог потратить на социальную борьбу, исчезает. И судебная система решает вопрос именно снижения социальной напряженности без решения социальных проблем. То есть, по сути говоря, итогом правовой модернизации последней российской стало то, что она стала, так сказать, полностью, правовая система стала полностью лоббильной для каких-то тактического своего использования современным российским капитализмом и, собственно, правовую сущность утратила. Ну, в контексте госуправления такой метод, он тоже не нов, он ведет к отсутствию возможности развития правового и в конечном итоге к поглощению более эволюционно развитыми юрисдикциями. Ну, у меня в целом все. Спасибо. Мне интересно пометить, важная часть, что суд это правда социально напряжённый. Ну, в общем-то, на самом деле это интересно, что многие этого не понимают. То есть большая часть населения все-таки судится, если, так сказать, из тех, у кого есть социальные проблемы. Можно вопрос? Да. Я вот новенький, да, человек, ну, просто что так. Вот вы, может быть, опровергнете, да? Вот в Америке же не потому, что так там все здорово, хорошо и честно, а просто там дорого судиться. Вот это правда, потому что у нас моральный ущерб очень низкий. То есть как только у нас юристы ленивые, у нас нету таких юристов, которые бы, как в Америке, на этом зарабатывали. То есть, по идее, там все, а система эта выстроилась, не стало, что они такие прекрасные. Потому что там с какого-то периода стало очень дорого нарушать законы также и в госорганах. Ну,
То есть я считаю, что у нас должны, если налоговые присылают мне штраф, который я оплатил уже, то они должны мне возместить за то, что они потревожили меня, да, вот лишний звонком, лишней смс-кой о том, что у меня там какая-то просроченная задолженность. За ее на самом деле нет. Тогда начнут подбирать кадры квалифицированные, если это станет дорого. Это вообще возможно у нас? Ну, я думаю, что это как и... Исходя из той задачи судебной, которая сейчас есть, да, просто снять из цели, тогда вопрос снимается. Понятно, что они движутся совершенно другим... Это зависит от комплекса факторов, но прежде всего, конечно, от решения властных элит, по какому пути развития двигаться. То есть, лично я не считаю, что, допустим, изменение кодификации при Цезаре или при Адриане было обусловлено тем, что, значит, вот римское население развелось в определенном контексте, и вот, отвечая их чаяниям, была проведена реформа. И это тоже, конечно, но прежде всего это решение руководства, и в этом смысле то, как двигалось англосаксонское право в Америке, это отвечало тому, как было решено развивать государственный аппарат государственного управления США. Да, это правда, что судопроизводство в США очень дорогостоящее. Меньше $200 в час за работу юриста вы не сможете физически заплатить. То есть это ставка помощника, ставка полноценного юриста там где-то $400-500 в час. И если у вас нет нескольких десяток тысяч долларов, вы не можете подать иск в суд, потому что запрещено представлять интересы самому себе. Если вы истец, если вы пострадавший, то вам может быть предоставлен адвокат государственный, но его качество оно будет примерно такое же, как у государственных адвокатов в России, ну или чуть лучше. В общем и целом, я считаю, что вот у нас говорится о доступности судопроизводства, ну, в контексте как раз того, о чем мы сказали выше, что все могут судиться, и поэтому судопроизводство доступно. Но мне представляется, что речь о доступности судопроизводства – это скорее речь о уровне жизни населения. Да? То есть, ну, есть промежуточные примеры стран с континентальной системой права, но при этом с более дорогостоящим судопроизводством, чем у нас, с более высоким уровнем жизни, социал-демократические страны, там, Швеция и другие скандинавские страны. Мы же к этому пришли, извините, что перебиваю. Это же нельзя же взять вот их сейчас. Они же тоже, у них была какая-то такая вот нескорявая судебная система, как-то все это подрастало тогда, и сейчас оно пришло к этому. Да, да. Ну, то есть это... у нас как бы на стадии корявости, или как бы мы осознанно оно сдерживаем. Ну, поймите, вот если какой-то там институт с кем-то начнется там спонсироваться, да, и юристы начнут как бы там в судах очень отстаивать какие-то позиции, будут создаваться прецеденты намеренно, я думаю, что можно будет сломить как-то эту ситуацию. Ну, я так не считаю, да, что это вот так может произойти, что, значит, прецедентами сломить. Мне кажется, что тот путь, который все проходят, что политическая сила, выражающая интересы экономические определенного класса, да, она приходит к власти. И после этого меняет с помощью тех типов реформ, которые я вкратце обозначил, юридическую систему. То есть правящая партия меняет юридическую структуру государства. И другого пути, кроме как, так сказать, сначала получить власть политическую, а затем реформировать юридическую систему, нет. Есть какие-то отдельные люди, которые пытаются в России этим заниматься. Вот я приводил уже на лекциях пример. У меня есть знакомый, который пытался в Конституционном суде высудить аренду для всех граждан Российской Федерации за экспорт урана. То есть он посчитал, если доходы от экспорта урана
только одного вида ценного ресурса разделить между всеми гражданами на рентном основании, то получится, что каждому будет ежемесячно выплачивать порядка 200-250 долларов только за уран. Но, естественно, Конституционный суд посчитал, что тратить деньги на людей – это совершенно неконституционно. Ну, что говорить, если у нас господин Зорькин, как известно, является сторонником того подхода, что Россия всегда держалась духовными скрепами, поэтому могла игнорировать скрепы правовые, как он выразился в своей статье. Поэтому, что скрепы правовые? Ну, когда вот появился термин «духовные скрепы» впервые в послании Путина федеральному, первым высказался Зорькин, глава Конституционного суда, он написал статью в российской газете, где высказался в том смысле, что Россия всегда, это цитата, она, значит, опиралась на духовные скрепы, как сказал Владимир Владимирович, поэтому всегда могла игнорировать скрепы правовые. Вот. Поэтому, если представитель Конституционного суда у нас, так сказать, вот такие серьезные правовые, так сказать, правовым умом своим так далеко и глубоко мыслит, то, конечно, те люди, кто пытаются в Конституционном суде российском что-то высудить, понятно, куда они, значит, все придут. То есть я не считаю, что в российских условиях возможно с помощью судебного прецедента какое-то изменение. Что касается США, то да, но в США уже еще со времен, так сказать, создания государства и формирования принципов разделения властей того суда США, который есть на текущий момент, судебная власть, она наделена очень широкими полномочиями. Ну вот последнее, что я видел серьезного, например, когда Агентство по национальной безопасности выяснилось благодаря Сноудену, что оно прослушивало массово граждан, граждане подали иск КНБ на имущественного характера, на возмещение ущерба, то есть каждому по несколько сот тысяч долларов. И суд присудил возмещение им. То есть это был иск, к которому присоединилось там несколько тысяч человек, по-моему. Ну это же тоже может быть пиар-компания. Ну это очень большие... Ну это очень большие деньги. Очень большие деньги. И потом вот я смотрел материалы, собственно, суда, где представитель АНБ как раз выражается в том же смысле, как и наши силовики. Он говорит... Ну, исходя из интересов национальной безопасности, мы выведены из-под юрисдикции гражданского права. На что судья ему крайне раздраженно говорит. Ну, то есть вы, иначе говоря, просите нас постоять в сторонке, пока вы все будете делать. Все, до свидания, суд, уходите отсюда. Нет, нет, ваша честь, извините, пожалуйста. У нас такое непредставимо. Поэтому это совершенно другая система. И... Поэтому сила прецедента в англосаксонской системе и в частности США такова. А у нас она не такова. Он просто исторически сложилось иначе. Поэтому все в Англии судятся. А что ты думаешь по поводу того, что вот в период сталинской реакции там выносилось политические преступления, там в отдельное, как бы, отдельным порядком они судились? Это используется обычная уголовная законодательность, обычная та же самая форма, которая судит уголовника, она судится для... просто берут обычную уголовную статью и просто под нее гоняют. Я думаю, что по этому поводу правильно наш коллега сейчас заметил, что нет троек, их неоткуда взять из-за другой системы стимулирования. И поэтому невозможно создать отдельный институт, судил политически. Может быть, такие люди и есть, которые хотят это делать, но их мало. То есть вот есть там евразийцы, мы все там ждем команды ФАС. Но их там 10 человек, из них тройки на всю страну не создашь. То есть просто и с помощью идеологии невозможно сейчас это сделать. Знамен никаких нет. Ну, то есть инструментарий не позволяет это сделать. Другой инструментарий просто. Так сказать, вежливый 38-й, да, так-то все то же самое, по сути. Нет, ну все-таки, если можно еще раз, чтобы как-то осело в голове, просто очень коротко вы прочитали, ну вот основные вот этапы, на которых вы останавливались, ну,
Суть заключается в следующем. Значит, первый этап это, собственно, формирование права. Uh-huh. Да? То есть до формирования кодифицированного права существуют только мононормы, то есть смесь из обычая, религиозных предписаний и каких-то инструкций. Дальше. Кодификация. Завершилась при Гае Юлии Цезаре. Где-то это, насколько я помню, первый век до нашей эры. Кодификация права и ее цель – это то, чтобы на объединенных территориях нормы обычного права и религиозного не противоречили друг другу. Потому что одна религиозная община спорит с другой, один, значит, клан спорит с другим, этим невозможно управлять. Дальше. Второй век нашей эры. Элий Публий Адриан, мой любимец. Значит, это... Ну, мы не будем вот это вот. Да. Да. Ладно. Значит, Элий Публий Адриан. Значит, это унификация законодательства внутри себя. Это снятие противоречий между преторским и цивильным правом. То есть... Еще раз, можно? Цивильное то же самое, что... Сенат или народное собрание. Нет, ну, это сейчас цивилистическое, это уже другое, да. Значит, преторское и цивильное право, то есть, условно говоря, это еще нету теории разделения властей, но это снятие противоречия между парламентским правом и исполнительным правом. Правом законодательным и правом исполнительной власти. Это исполнительное, да. То есть преторы, назначенные лица, да, и народные собрания, сенат, часто указания одного претора противоречили указаниям другого, указания их в целом противоречили указаниям сената, все это нужно было объединять и кодифицировать. Значит, это реформа второй век. Дальше. Это все к третьему веку завершается, распространяется по планете и... После развала Римской империи, значит, дальше эволюционирует двумя путями. Первый путь – Corpus Iuris Civilis, это Юстиниан, который реформирует и обеспечивает доминирование, в том числе за счет этого Византии в Средневековье. Второй путь – Варварские королевства, самое известное – это кодекс Lex Romana Visigothorum, которые пытаются идти по накатанной дорожке и объединять элементы римского права со своими обычаями, с религиозными предписаниями, папы римский, все дела. И это обеспечивает в средневековье отставание социальной системы. Уже невозможно ежа поженить с ужом. Невозможно... кодифицированное право, которое намеренно выводится из-под власти обычаев и религиозных предписаний для того, чтобы объединять большие территории, большее количество людей и обобщать социальные запросы, потому что, в принципе, задача юриспруденции как прикладной дисциплины – это классификация социальных отношений. То есть... описание наиболее общим образом социальных отношений, без привязки к религиозным нормам, к правам обычая, это та задача, которая решается в процессе созидания, так сказать, гражданского права. И благодаря тому, что они пытаются соединить это в западноевропейских королевствах, идет отставание, в том числе поэтому. Дальше в Византии все это останавливается. В Византии набирает значит, силу религиозное право. Дальше. С какого времени? Ну, после Юстиниана это у нас 6 век, ну, где-то начиная с 10-го, условно говоря. Все, дальше в Византии и в ее ареале, который мы относим, российскую, Московию, российское государство, да, дальше все это опять переплетается с религиозными нормами, опять монах Филофей, опять все, значит, все застыло. А тем временем, где-то к 19 веку, Наполеон не может на все это смотреть спокойно, он создает кодекс гражданский. Действуя тем же самым путем, что и Юстиниан. Ну и, собственно говоря, одновременно с этим
Ну, чуть раньше отцы-основатели американского государства действуют. Если мы говорим про Англию, то тоже мы видим, что становление английской судебной системы проистекает в борьбе с религией, то есть это тесно переплетено с англиканской церковью, с реформами, то есть тот же самый процесс. Государственная власть для того, чтобы более эффективно управлять теми территориями и людьми, которые ей подвластны, пытается совершить операцию по отчуждению властных предписаний от норм обычаи и религии. И единственный способ эффективный, который мы видим на примерах, которые я вот выше говорил, это создание отдельного органа, отдельной комиссии, которая быстро, за несколько лет, реформирует всю структуру законодательства, выбрасывая все ненужное, максимально упрощая, ужимая так, чтобы, так сказать, оставшаяся выжимка, там, гражданский кодекс Наполеона, был понятен и применим для большинства населения, чтобы каждый мог с ним ознакомиться и понять, по каким законам существует государство. Сейчас, например, в России человек не поймет, так сказать, даже если он попытается ознакомиться с отдельной отраслью законодательства, ну, не знаю, там, с лесным правом или правом по банкротству, он, так сказать, может убить там 10 лет, но не понять, как же все на самом деле происходит. Просто из-за объемов, из-за того, что никто, кроме чиновника-коррупционера, не знает, так сказать, как все действует. Потому что просто правового инструмента нет. Вот. Ну и, соответственно, к 21 веку мы подошли с чем? С тем, что Англия, Америка, англосаксонская система права с разделением властей, успешно совершившая операцию по отчуждению права от религиозных норм и норм обычая. Хотя и там влияние религии есть. Есть попытки со стороны религии взять под контроль правовую систему. Вот недавно был скандал в Америке, когда прокурор штата, я не помню какого точно, отказался рассматривать дело о домашнем насилии, мотивируя это тем, что у него нет подтверждения библейской достоверности такого брака. Как домашнее насилие коррелирует с библейской достоверностью брака, не совсем понятно, но он, по всей видимости, счел, что, исходя из его норм, которыми он... А он окружной прокурор, в общем-то, человек не маленький, да? Он, видимо, счел, что отсутствие библейской достоверности брака и, значит, вот это вот ниспадение во грех автоматически лишает конституционных свобод и, там, и прав, значит, вот этих вот людей. И он, мало того, что он так решил, он это объявил, собственно, публично. И, значит, там сейчас, так сказать, идут суды с ним. Вот, но, как бы, так или иначе, юридическая система этому не подвластна. Но у нас, как я уже сказал, ситуация очень плохая, и связана она с тем, что правовые нормы, значит, 90-х были калькированы. Никто не разобрался с тем, что они значат, и, соответственно, сейчас... Калькированы с чего? С европейских кодексов, как правило. То есть, не адаптированы к реалиям? Да, не адаптированы к реалиям. Никто не знает, что конкретно та или иная норма означает. И в итоге получилось так, что всеми де-факто признается право силы. Да? То есть, человек с бумажкой... У меня, значит, вот есть предписание, подписанное там мозгом, там, не знаю, архитектурой. И за мной там 20 чоповцев. Вот и все, значит, стали на четвереньки, да, и разошлись. Все. То есть, по сути говоря, это даже не мононормы, которыми, скажем, руководствуются на Северном Кавказе, да. Их хотя бы можно как-то описать. Это полное отсутствие каких-либо юридических или даже доюридических систем, это, ну, чистый волюнтаризм правовой. Ну и подытоживая, я сказал уже, что в контексте госуправления такой метод ведет к отсутствию возможности развития и в конечном итоге к поглощению более
эволюционно развитыми юрисдикциями. Женя, вот вы сказали, что англосаксонское право, оно, ну, освободилось от религиозных пут. Ну, а континентальное что, нет, что ли? Ну, и континентальное тоже. Но просто я на нашем примере, так сказать, сказал, что у нас все плохо. Так-то да. Я думаю, что и ну, все развитые страны романгерманской юрисдикции, они от этого тоже освободились, просто идя другим путем, начиная с кодекса Наполеона, да, так, безусловно, да. Слушай, у меня тебе такой вопрос, он такой, может, немножко конспирологического плана, но тем не менее, как думаешь, вот эти вот законы, написание законов, да, это они вот так написаны, что у них черт ногу сломит из-за бюрократического идиотизма, или они специально так написаны, чтобы специально подготовленные люди только могли с них разбираться в Америке? Ну, это тут есть и то, и другое. В первую очередь они пишутся с прикладными задачами. То есть вот лесной кодекс, он был, это, знаешь, написан не для того, чтобы упорядочить отношения в сфере леспользования, а чтобы продавать участки. Это, вот все калькируется, а одна норма пишется под распродажу леса. Вот такая как бы концепция. То есть все остальное просто скалькировано, чтобы было. И чтобы все поняли, что это у нас такой вот закон крутой. А дальше на местах люди как-то пытаются заниматься правоприменением. Поэтому, да, частично из-за того, что есть конкретные утилитарные задачи, частично из-за того, что как быстро написать закон, все калькировать, ничего не объяснять, так сказать, все проходит автоматически. Тот закон европейский, с которого калькировались, он таким же языком написан? Но он может быть, он более понятный. Может быть, он написан другим языком, но при переводе, так сказать, при адаптации. Ну, не всегда такая калька идет. Это же все-таки там изначально калькировали у нас профессора права, а законы сейчас у нас совсем не профессора права пишут. То есть в профильных комиссиях Государственной Думы или в министерствах сидят люди, у которых с русским языком далеко не все в порядке. Поэтому качество того текстового материала, который они выдают, это, так сказать, оставляет далеко. Они просто так думают. Вот. Вот. Потом, опять же, это на руку той же самой судебной системе, потому что если задачей стоит то, чтобы максимально затягивать процессы, то, конечно, простая какая-то и понятная система, вроде закона о защите прав потребителей, да, нашими коллегами созданная, да, она мешает. Закон о защите прав потребителей мешает российской системе, потому что он просто написан, достаточно эффективно действует. И поэтому он вызывает большое неудовольствие судебного корпуса. Как это так? Холопов допустили до денег, так сказать. Как же так, так сказать? Приходится все-таки считаться. Ужас. Пока. Да, ничего. Вот, скоро, значит, мы их всех. А по сути говоря, так и так психология строится. Вот у нас идут, мы там помогаем судиться людям, допустим, за инвалидность с комиссиями по инвалидности, так сказать, экспертизами государственными. Чиновники государственные так и настроены, что приходят всякие, так сказать, гады и пытаются завладеть государственным бюджетом. Высудить себе инвалидность. Не дадим людям. Не дадим. И суды на такой же, собственно, ситуации, в такой ситуации, на такой же позиции стоят. Не дадим. А то, что человек в коляске приехал, это ничего не значит. Он симулянт, мы ничего не дадим. И в итоге, ну, единственным светом в окошке остается Европейский суд по правам человека. То есть все люди, которые ориентированы на защиту своих прав, вынуждены доходить до ЕСПЧ. Ну, да, по-разному, но суть в том, что это единственное для них отдушина. И тем не менее, еще для того, чтобы дойти до ЕСПЧ, нужно пройти все инстанции в России, на что потратить еще несколько лет. И таким образом, количество людей, которые желают
дойти до конца в своем споре с государством, оно минимизируется. Все остальные отлетают, так сказать, в процессе, что и требуется системе. Так что это, в общем, в том числе и для этого выстраивается. А как-нибудь не на грустной ноте закончить? Можно, но хоть что-то же. Но процесс эволюции, он же не остановим. Правильно? Поэтому, как бы, в общем и целом, любая государственная власть вынуждена сообразовываться, опять же, с экономическими реалиями. То есть, с требованиями времени. Если государство хочет выжить, оно должно реформировать юридическую сферу. Хочу спросить тогда, вот вы сказали, что с 10 века религиозное право вытесняет право кодифицированное, да, вот Византии? Восточная, да, Римская империя. Да, а почему это происходит? Ну, дело в том, что вообще, что касается религии, то на протяжении всей человеческой истории существует тенденция, когда церковь, религиозные институции претендуют на государственное управление, мотивируя это тем, что поскольку Бог является абсолютно суверенным, то есть он как бы управляет всеми отраслями жизни, соответственно, церковь должна также управлять всеми социальными взаимоотношениями. И, естественно, с таким доводом религиозным сложно спорить, потому что если сам глава государства тоже является религиозным человеком и признает суверенитет Бога, то как он будет спорить с тем, что, значит, его слуги должны всем управлять? И, ну, для борьбы с вот такого рода мнениями создавались разные концепции. В частности, в Византии была создана концепция известной симфонии властей, как раз примерно в это же время оформляющаяся. Ее краткая суть заключается в том, что ладно, давайте дадим кусок церкви, но за собой тоже что-нибудь оставим. То есть общий контекст концепции симфонии властей заключается в том, что в разные периоды времени Бог, в зависимости от личного нравственного уровня либо церковных деятелей, либо государя, то одного наделяет правом на все влиять, то другого. А как это определяется, ну, решим по ходу дела. И благодаря созданию такой концепции церковь получила возможность открыто вмешиваться в государственные дела. То есть она активно влияла на церковные перевороты в Византии, она открыто своих ставленников сажала постоянно на престол, на главные политические позиции в империи, то есть стала полноценным политическим субъектом. Так что просто была разработана, с моей точки зрения, неудачная идеологическая концепция взаимодействия с религией, что отбросило Византию назад. Например, как отцы-основатели американского государства поступили с... То есть, первично, вы считаете, было политико-правовая реформа, вот, а не какие-то объективные социально-экономические условия? Да, я не считаю, что положение церкви в византийском государстве было обусловлено именно социально-политическими объективами. А вот необходимость противостоять римско-католической церкви никак вот... Ну, вот исходя из того, что я знаю, постоянно шел диалог с Ватиканом, постоянно
То есть вот тот же самый, по-моему, Константин Багрянародный вообще уже унию принял, только там ему убийство его, по-моему, помешало или заточение, уже не помню, это распространить на территорию всей империи. То есть это постоянно было предметом торга. Вот то, что мы никогда и ни за что, и ни при каких обстоятельствах, мне кажется, это идеологическая натяжка. Постоянно шел торг, а давайте объединимся, а давайте под вас ляжем, нет, вы под нас. То есть в зависимости от политических условий. Из руководителей государств никто не считался тогда, так сказать, особенно. Кроме того, там же 500 лет было как? Между тем, как заглохла, собственно, там Западная Римская империя, и создалось право, и тем, как был раскол 1054 год. То есть, ну, и лет 500, соответственно. И, как известно, Париж стоит мессы. Да, как нам Генрих IV, да, сказал. Что, в общем, но для... лучше турецкий тюрбан, чем там хотят. Ну, такое, как бы. Если что, можно и, так сказать, язык вместе сменить. А как, вот, продолжая мысль, как поступили с этой проблемой отцы-основатели американского государства, да? В основах, значит, американского государства, в декларации знаменитой, в частности, с самого начала говорится, что Бог наделил всех граждан неотчуждаемыми правами. Вот. И там не говорится, что там гарантом этих прав является, значит, суверен там, или церковь. Там говорится, все Богом наделены. Поэтому это, в общем-то, суть, да, реформированного кальвинизма, ревайвализма и других направлений, которые в Америке, так сказать, очень распространены. Удачное решение. Все наделены Богом правами неотчуждаемыми. А если кто-то их хочет забрать, эти неотчуждаемые права, он идет против Бога. В частности, если кто-то из, так сказать, церковных деятелей или государственных хочет, он идет против Бога. И это написано в основаниях, лежащих, значит, юридических, в основе государств. Удачная концепция. Поэтому, собственно говоря, никто из протестантских лидеров не претендует на политическую власть в США, ограничиваясь воззваниями и, так сказать, проклятиями. Спасибо. Спасибо. Закончено.